Предлагается увеличить расходную часть районного бюджета на 29,9 миллионов рублей за счет остатка собственных средств, сложившегося на 1 января 2021 года на едином счете бюджета. Из них 29,6 миллионов рублей Комитету образования на текущее содержание детских садов и школ из расчета 1000 рублей на одного ребенка. Это очень важная инициатива Вячеслава Викторовича Володина. В условиях недофинансирования вопрос о выделении 1000 рублей на каждого ученика, воспитанника очень положительно воспримется как педагогическими работниками, работниками школ, так и родителями, безусловно. Ну, 1000 мы сейчас выделяем из районного бюджета и будем ждать еще 1000 на каждого ученика, воспитанника из других источников. Хотелось бы, во-первых, конечно, отдельно остановиться на 1000 рублях, которые вот, порядка 30 миллионов выделяем из бюджета. Вторая половина, мы знаем, что есть договоренности, что поддержку окажет Вячеслав Викторович Володин. Это, безусловно, большая поддержка в сфере образования. И, как уже сказал Александр Александрович, это текущее содержание зданий. Но, кроме того, это то, что постоянно требуется нашим образовательным учреждениям. Это и канцелярские товары, это учебные и учебно-методические пособия. Безусловно, что более точный и четкий перечень статей расхода будет уточняться, будет обязательно согласовываться, и, как сейчас Роман Сергеевич сказал, безусловно, будет обсуждаться. Но, по крайней мере, все эти средства будут потрачены на текущее содержание зданий. Это то, что избавит наших руководителей изыскивать эти средства какими-то другими.